Анонс и точная дата выхода 7 серии нового российского сериала «Медиатор». 7 серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 21 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как профессиональный дипломат, окончивший Академию управления МВД, владеет даром убеждения. В переговорах с террористами Андрей Павлов всегда получает желаемое – освобождение заложников. Ему удается переубедить самоубийцу не совершать этого, а жить дальше. Для многих он является ангелом-хранителем. Но умение договориться и при этом поменять облик до неузнаваемости за очень большие деньги он использует в разного рода сделках. Он незаменимый человек, и многие в нем нуждаются. Но для него это всего лишь работа, которую он привык выполнять качественно. Сложные отношения с матерью породили детские комплексы. Для того, чтобы выжить, нужно уметь притворяться и манипулировать. Герой находится в постоянном напряжении. Он видит людей насквозь, чувствует их, не доверяя никому, даже себе. Напомним, 7 серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 21 мая. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.